Але давайте про внутрішніх наших ворогів і про те, як виглядають росіяни всередині нашої держави, які мають українське громадянство. Ось Олечка Скабєєва зараз кілька слів скаже. Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не прошло и года признал, что СБУ, оказывается, пытают и подвергают жесткому, жестокому обращению местных жителей, которых подозревают в симпатиях к России и русскому миру. Свежие примеры с Часова Яра смотрите на скамейке. Ну, казалось бы, сидит обычный русский мужик, которого украинские как бы волонтеры пытаются уговорить спасаться от коварных орков и бежать в Ридну Неньку, но тщетно. Оказалось, что мужик за Россию ждет наших солдат. И говорит он об этом на русском.